Эу, стой, на связи в ломбарде. Совсем давно я не снимал про нашего напарника Генри, который помогает нам в напарниках побеждать. И я позвал нашего гуся, и он сегодня помогал нам тащить катки. И перед тем, как я покажу вам, как мы тащили эти катки, не забудьте, пожалуйста, опуститься вниз, поставить лайк, написать свой комментарий. Ну и конечно же зайти в мой Discord сервер. Там я оставляю всю самую главную информацию, когда будет ролик, какой именно, и вы можете попасть в него. Некоторые ребята попали в этот ролик именно поэтому не упускайте свой шанс. Ну а так правила все те же, Генри вытаскивает нам оружие или какие-то задания, и я их естественно выполняю. Либо играю с оружием, тем которым он вытащил. И как это получилось? Смотри. Ну что, Генри, нажимай на кнопку. Генри, давай. Что ты мне вытаскиваешь, Генри? Боком? Да почему на пистолетке-то? Один хэшот. Опа. Есть. Сейчас мы зайдем в окошко как-нибудь. Где он быть-то может? Он в магазине был. Блин. Сейчас не знаю. Как так двигаться-то? А что за магазин? Вот тут, что ли? Или вот? Нет, вот по... Да, вот. Магазин это вот право, видишь, вот право. Вот магазин право. Да, я понял, спасибо. Пика-пика. Не обращай внимания, меня вселяет иногда какая-то хуйня. Это еще право, а тут был. Ща, погоди, мне встать надо. Опа. У тебя голос стрёмный, серьезно. Да ладно, тебе нормально все. Значит, мы пойдем в здание. Вот, смотри, тут плантик. Прям тут? Да, чуть-чуть, да. Он на крыше! Он на крыше! Спрыгнул к тебе. Лучше муху подними. У-ху! Муху подними. Спасибо. Пойду. Сейчас все сделаю, сер, как надо. Упал. Лучше. Вот это я даю. Просто взял как мясо. Поинк. Отдай. Фух. И вот, Генри правильно вам говорит. Просто возьмите и поставьте лайк. Мне будет приятно, а Генри тоже будет рад. Кого? А что ты вешаешь? Ты что, вешалка? Да ну. Ну посерединке. То посерединке, то двинется на свинке. Не, ну в принципе я могу просто взять и постоять на спавне. Блин, сделать кувырок на полу. Ща, подожди. И кувырок. Фу. Я здесь? Нужно минус один. Да ты красавец, я просто кувыркался. Я жду тебя, сладкий. Отлично. Так, возьмем. Не-не-не-не. Петухню возьмем. Я возьму петухню. Ню-ню-ню-ню-ню. Отлично. Одно оружие выкинул, Генри. Да изи. Как-то что-то все просто, можно закинуть руки за голову и просто сидеть. Но нет. Ой, бля. Как говорится,
Паусам текло в рот не попало. Меня. Генри, беги отсюда. Там страшно. Лунг вроде. Я не хочу проверить. Вот и не надо. Спать нахуй. Держись, уйди, уйди. Закрыто, уйди. Просто уйди оттуда. Все, ты же лем. Ты же лем, да. Где? Не попал, а ей. Ой-ой-ой, ты меня ёбнул, что ли? Я один раз попал в тебя. Нахуя? Я случайно, я думал, ты чел какой-то. М-ку-то возьми. Да-да. Ты что, блядь, даешь? Хуйню. Жесткую причем. Понятно. Генри, у меня нет столько денег на ВП. Генри, ну что ты начинаешь-то опять? Стой, бля, Шимора, выходи с аккаунта, ебаный сэр. С какого еще аккаунта? Какая тишина. Глубокая. Какие мы молодцы. Поменять руки местами, Генри, ну ты что, это думаешь обязательно? Ну давай поменяем. Бля. Ёпта. Ёпт. Ёпта, Генри. Ёпта, это я левой рукой сделал. Ёпта, ты бы видел, это вообще... Я левой рукой это сделал. Вот, Генри, ты правильно в точку сделал. Сейчас мы возьмем с тобой лук и пойдем. Погнали. Давай. Ты как обезьянка сейчас сделал. Ебать, а мой. О, вовремя, Генри, сделал. Глаза на 5 секунд. Окей, раз, два... 3, 4, 5. Отлично, я отдохнул. Генри, спасибо. Ты, наверное, это сделал специально, чтоб я немножко поспал. Генри мне говорит, чтоб я написал в чат, что я их люблю. Блядь! Ну, раз так... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, убили, так. Негра, убили. Генри говорит, чтоб я сделал петушиный поступок. Ну, раз так, значит, так надо делать. Он гусь, ему пофиг. А петух вот он. Один. Куда месяц. Ты сейчас побежал? Это быстро так. Один в доме уже зашел. Да я вижу. Один сверху, а он бил. Да? Ну, Генри, зачем ты насрал снова на экран? Ну ты что делаешь ты? А убираться кто будет? Я же не стану сейчас брать и мыть экран. Ну-ка давай затирай за собой. Так пойдет. Не, ну это мувики демки. Генри, давай задание, чё так грустно-то все? Загорал в окошко. Вы кто такие? Я вас не звал! Не говорю, сейчас будет магия ЦЗ, подожди. Так. Альвиоса. Нужно было окна помыть, а? Окна помыть? Да. Не, ты можешь окончиком устроиться здесь, в КСК? Ну, хоть где-то подзаработаю.
Ну и как вам гусь? Как вам наш тиммейт? Мне тоже он нравится. И вообще этот функционал гуся очень заманивает. Как-то его развивать все-таки стоит. Ну и да, кстати, это ответочка всем хейтерам, что у меня видосы не с моим голосом. Вот, смотрите. Вся продолжительность ролика в 10 минут полностью с этим голосом. И думаете, было сложно? Не-э. На самом деле у меня нет слов, потому что я совсем недавно только начал на ютубе. А нас уже 600 человек. Спасибо каждому зрителю, кто смотрит меня. Вам просто огромное спасибо. Ваша поддержка, ваши комментарии, оставленные лайки. Это все, что нужно, чтобы канал процветал. Вы лучше. И на такой милой и доброй нотке, я думаю, мы закончим это видео. Но не забывайте, что когда наступит 1000 человек, и тот ролик, который будет после 1000, он будет с конкурсом очень таким хорошим. Поэтому не забывайте спуститься вниз и нажать красную кнопку, потому что меня смотрит 60% без подписки. Вам не сложно, а мне будет приятно. Ну и, как говорится, дальше больше.